В Донецк доставлено 500 тонн гуманитарного груза от Южного федерального округа Российской Федерации, в состав которого вошли необходимые строительные материалы, медикаменты и продовольствие. Я уже третий раз, два раза на Крыму было. Сейчас четвертый раз сюда. И все три раза с гуманитарной помощью. Сегодня мы привезли самое нужное – стекло. Вот, у нас в прошлом году сдали завод вот, в мире. Пошли на первом месте по выпуску стекла. Вот, 1000 квадратных метров стекла привезли, цемент привезли, привезли газовые печи, привезли капусту, привезли картошку, привезли медикаменты и привезли детскую одежду. В организации конвоя принимали участие несколько республик Российской Федерации, что дает возможность снизить негативные последствия гуманитарной блокады. В разгрузке участвовали около 100 волонтеров от Донецкого городского волонтерского центра. Одни руководители, так называемые президенты или руководители страны воюют с собственным народом. А вот соседи России, да, во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, вот, которые раз уже эти колонны сюда едут, помогают. Вот две поляры. Одни уничтожают свой собственный народ, а другие помогают. И мы будем помогать, потому что мы люди. Кристина Крымова, Вячеслав Богачук, Новороссия ТВ.